на Рашида. А, ну, все-таки когда-то вы можете встретиться, да? Ну, все может быть. Да, безусловно, время покажет. Вот. Ух, здорово, сейчас обманул так, тактически. Как мы говорили, Халиев, да. Халиев начинает со стойки. Беляеву нужно, наверное, здесь не тянуть время, а сразу пытаться перевести бой в партер, иначе можно пропускать столько ударов, что может закончиться так же, как закончился его поединок с Магомедом Султан-Ахмедовым. Когда ну да. Вот, а еще один. Нет, ну Беляеву нужно хватать ноги, потому что иначе Адам, конечно, жестко, хорошо работает по корпусу. Классные, четкие удары. Ну, Адам пока его не подпускает к себе. Тоже изучил, наверное, скорее всего, его тактику. Вот. Да, ну вот сейчас Беляеву удалось все-таки. Пускай показался он снизу, но, в принципе, положение, может, не самое удобное для Беляева, но много будет зависеть от того, насколько он физически готов. Ну, а Халиев действует абсолютно правильно, да, да. Против борца, то есть просто давит хорошо. Да, вот руки не отдает. Потихоньку обрабатывает корпус. Ну, а Беляев, мне кажется, мог бы даже еще ноги пожестче на корпус положить, чтобы не давать возможности продышаться, да, Адаму, то есть, в принципе. Да, конечно. Беляев в партере чувствует намного. Вот еще, вот начал зажимать корпус. Давит на диафрагму, очень неприятное действие. Да, на самом деле очень тяжело дышать. И Алексей Олейник выигрывал несколько поединков даже таким способом. Да, очень. Немножко не понял, правда, я рефери, ну ладно. В принципе, мог бы, конечно. Ну, даже не знаком с таким новым удушающим приемом. Ну, для Адама в итоге эта ситуация хорошая. Ну, редко кто применяет такие виды. Ну, вот, здорово попал Халиев. Вот он, все. Тяжелейший нокаут. Ну, так пропускать, конечно. Какой удар. Такие удары пропускать, конечно, очень опасно. Что он сделал? Халиев. Красивый удар. Да, классный удар. Это, конечно, безусловно, это лучший нокаут. По крайней мере, из тех, которых мы сегодня видели. Убери их отсюда, секундантов. Ну, Алексей Беляев здесь, наверное, где-то и сам, конечно, мог бы, конечно, пожелаем здоровья. Алексей, безусловно, но надо быть внимательным, конечно, в такой ситуации. Да, не ожидали, раз за разом, говоря. Ногами пропуская удары, и в итоге тяжелейших нокаут, хай-кик. Да, не ожидали, да, на самом деле, что так быстро он сможет перейти. Большое спасибо тебе, что с нами, был с нами в это время, во время этого поединка. Поздравим Адама Халиева с победой. И хотели бы, конечно, с тобой еще пообщаться, но понимаем, что тебе сейчас важнее поболеть и находиться в углу Магомеда Магомед-Керимова. И ему ждет поединок с Анатолием Токловым. Достаточно интересный бой в среднем весе. Ну, так оба молодые ребята, ну, посмотрим. Если что, в общем, еще увидимся. Хорошо, спасибо большое. До свидания.
тяжелой травмой закончился этот бой. Вот, ну и немножко неприятная реакция некоторой публики, конечно, некоторой части публики, которая не очень хорошо, хорошие слова, скажем так, говорила при этом. Но...